Це програма «Львові» в прямому ефірі на телеканалі «Зет». Я її ведуча Анна Миронова. Вітаю вас. Головний біль. Як і чим лікувати? Ось на таку тему будемо вести наш сьогоднішній діалог із гостем. Тож, шановні глядачі, якщо у вас виникають хвилюючі запитання до нашого гостя, найближчі півгодини скористайтеся цією можливістю і зателефонуйте нам в ефір або ж напишіть своє повідомлення. Тож, представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це невропатолог, вертебролог, мануальний терапевт Валерій Олександрович Євдокимов. Доброго вечора. Здравствуйте. Дякую, що ви завітали до нашої студії в такий передноворічний час. І, власне, з дуже актуальним запитанням, бо, мабуть, не існує тієї людини, яка в своєму житті не відчувала головний біль. І, власне, про актуальність проблеми пропоную розпочати нашу розмову. Як часто до вас звертаються з такими проблемами? Головная боль, на самом деле, это очень актуальная проблема. Фактически во всем мире это пандемия, да, но действительно у кого не болела голова. И если посмотреть на три самых распространенных заболевания в мире, да, это будет зубной кариес, это будет головная боль, напряжение и мигрень. То есть фактически два из трех – это заболевания, которые проявляются головной болью. А если посмотреть на те заболевания, которые максимально содержат то количество дней, когда человек нетрудоспособен, когда он выключается из нормального функционирования, то мигрень занимает лидирующую позицию, далеко опережая такие заболевания, как сахарный диабет, онкология или другие заболевания, потому что именно мигрень, она поражает вот эпицентр ее, да, пик развития – это то трудоспособное население, которое начинается чаще всего в детском возрасте и заканчивается в районе 55-60 лет, ее интенсивность падает. Поэтому мигрень на самом деле очень коварна и заслуживает особого внимания. Самое интересное, что когда-то был произведен такой расчет, и если, допустим, пациентке 55 лет, а мигрень у нее началась где-то с 15 лет, то есть стаж 40 лет в среднем. И если она испытывает мигрень хотя бы один раз в неделю приступ, то фактически она находится в приступе 5,5 лет. Ну, это довольно-таки большой стаж, да, это можно университет закончить за это время. И вот представьте, да, насколько это изматывающая, изнуряющая проблема, которая, ну, фактически отравляет жизнь. Самое интересное, что мигренью страдает каждый пятый человек, а каждый десятый, у каждого десятого она хронизируется. И вот в этом ее актуальность. Но, к сожалению, в нашем обществе головной боли относятся, да, довольно-таки легкомысленно. Да? Ну, согласитесь, что мигрень является, и головная боль – это повод шуток, анекдотов, особенно у женщин. Да? Так и есть. Пані Валерія, у нас есть телефонный звоночек. Алло, доброго вечера. Здравствуйте. Так, скажіть, будь ласка, як вас звати? Анастасія. Анастасія, слухаємо ваше запитання. Здравствуйте, Валерій Олександрович. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Я к кому только не ходила, никто не может помочь. Каждый месяц в начале цикла болит сильно голова. Что с этим делать? И так уже много лет. Спасибо, Анастасия. Ну, мы как раз о мигрени говорим, да. На самом деле есть такая разновидность мигрени, это менструальная мигрень. Ею страдает, наверное, две трети женщин, которые вообще испытывают эту головную боль. И это связано с тем, что перед менструальным циклом падает уровень женских гормонов эстрогенов. А это является провокатором и запуском к мигренозному приступу. Поэтому если мигрень у вас, эти приступы у вас давно, они одинаковые, стереотипные, они не меняются, и вы привыкли с ними бороться, вы знаете, что это действительно мигрень, то в данной ситуации я бы вам порекомендовал за несколько дней начинать уже заранее принимать ваши привычные препараты, те, которые обезболивают, и добавлять препараты магния. Обычно это за несколько дней, и можно продолжить 3-5 дней во время цикла. И тогда можно спокойно переживать эту головную боль. То есть здесь главное, что она редкая, и вы даете превентивное профилактическое лечение, которое сразу купирует, не достигает того эпицентра, чтобы у вас сильно разболелась голова. Такая мини-профилактика. То есть попереджуете цей приступ? Да, в данном случае, да. Так, ну я сподіваюся, пані Анастасія, почула вашу рекомендацію. Да. Продовжимо нашу розмову. Які ж причини головного болю? На самом деле, все головные боли можно разделить на две большие группы. Это первичные и вторичные. Начнем со вторичных, да.
это то состояние, когда головная боль является симптомом какого-то другого заболевания. Да? Это может быть, допустим, вирусное заболевание, да, у кого во время гриппа не болела голова. Это может быть травма, это могут быть заболевания придаточных пазух, носа, гайморит. Да? И все они проявляются головной болью. Но здесь особенность в том, что мы знаем причину, мы знаем, как с ней бороться. Если мы ее убираем, мы убираем головную боль. Угу. То есть, и на самом деле все, головной боли как бы при этом заболевании нет. Но вот вторичные боли, они встречаются редко. На самом деле как раз вот наши пациенты больше всего боятся именно вторичной головной боли. Они думают, что это следствие опухоли, там, инсультов, да, каких-то страшных заболеваний. Но вот все-все вторичные заболевания – это всего лишь 1 из 10 случаев. Остальные вот 9 из 10-90% – это вот как раз классическая мигрень и головная боль напряжения. Это те вот заболевания, которые проявляются самой частой и распространенной головной болью. И на самом деле надо понимать, что это не какая-то не остеохондроз, это не вегетососудистая дистония, это вот эти заболевания, о которых сказал, и они говорят нам о том, что мозг неправильно работает. Если он неправильно работает, у пациента возникает головная боль. И вот как раз все наши усилия направлены на устранение и на уменьшение головных болей. Угу. А какие провокующие факторы выникновения головной боли? Это довольно-таки очень такой провокационный вопрос, потому что причин для возникновения мигрени, головных болей, напряжения очень много, да? И здесь может быть и недосып, и пересып даже. И вот существует, да, такая форма мигрени, как мигрень выходного дня. То есть те, кто любит поспать, если у них есть это заболевание, то чаще всего они просыпаются уже с такой большой интенсивной головной болью. Это может быть даже храп ночной являться провоцирующим фактором. Это курение, это алкоголь, даже небольшое количество красного вина способно вызвать сильный приступ мигрени. Это стрессовая ситуация, да, потому что мы сейчас живем в такой мире, и ковид, и все. И на самом деле на приеме очень участилось количество пациентов, у которых стресс является провоцирующим фактором. Это различные продукты питания. Да? Это продукты, богатые глутаматом натрия. Это сыр, потому что в нем содержится тирамин, который может влиять на процессы возбуждения и торможения нервной системы. Это шоколад. Там в составе есть кофеин, он тоже стимулирует. Это кофе является таким провоцирующим фактором. И самое интересное, что даже запахи могут вызывать вот приступ мигрени. И если мы вспомним, наверное, мой любимый роман «Мастер и Маргарита» Булгакова, да, то как раз у Понтия Пилата была описана классическая форма мигрени, и она у него провоцировалась на запахе была, на персиковое масло. Поэтому приступов очень много, и очень важно, я бы хотел сразу акцентировать на этом внимание и порекомендовать своим пациентам вести дневник. То есть если возникает головная боль, понаблюдайте за собой. Вот что вызывает эту мигрень, да, и записывайте. Если вы найдете эти приступы, эти провокаторы, то вы можете легко с ними бороться и не допускать развития этой мигрени. А если вы, то тогда жизнь намного лучше будет, и качество ее повысится. А як взагалі відрізнити мігрень від болю напруги головного? Бо ви от постійно ці форми порівнюєте, як їх відрізнити? Головная боль напряжения – это очень частая боль. Она встречается в несколько раз чаще мигрени. Она проявляется, вот я бы ее сравнил с каской, одетой на голову, да, вот это чувство давления. Она может захватывать виски, лоб, темя, затылок, вот чувство давления, да, которое испытывает пациент. В это время могут наблюдаться боли в шее, в затылке, могут быть такое чувство тяжести в надплечьях. То есть это такая диффузная, разлетая боль. Она никогда не бывает интенсивной. То есть это где-то ваш, у нас есть такая шкала, да, от 0 до 10, то это где-то 2-3 балла. Она чаще всего возникает после психоэмоционального стресса, нагрузки. Она может возникать, допустим, после сна. Когда... То есть здесь в происхождении этой боли главную роль играет вот спазм мышц, перикраниальных мышц. И вот в этой ситуации головная боль, напряжение так себя проявляет. Мигрень, она совершенно другая. Она пульсирующая, она интенсивная. Она, вот если опять взять эту вашу шкалу, да, где-то от 5 до 9 баллов, она чаще всего возникает в одной половине головы. Да, и вот пациент говорит, да, мне там висок пульсирует, да, вот я выпил там немного алкоголя и разболелась. Эту головную боль могут усиливать
физическая нагрузка. То есть если она возникает, пациент абсолютно нетрудоспособен. Даже движение головой уже вызовет головную боль. И самое интересное, что она наследуется генетически. То есть мигрень, если так пораспрашивать, у мам, у бабушек, у всех она наблюдается по генетической линии. Наследственность играет большую роль. Поэтому мигрень, опять же, она сопровождается звуко-светобоязнью. Таким пациентам лучше уединиться в темное место, чтобы их никто не беспокоил, чтобы было темно, не было звуков, никто не раздражал. Уединиться, и тогда вот постепенно на фоне правильного лечения или даже в покое она потихонечку проходит. Но мигренозный приступ может длиться даже до 72 часов. Вот такой интенсивной боли. А головная боль напряжения, она пройдет после обезболивающих, после релаксации, даже алкоголь может снять эту головную боль, что никогда не будет при мигрени. Угу. Поэтому вот настолько они часты, и очень важно различать эти состояния. И самое смешное, что у одного пациента может быть и та форма головной боли одновременно. И пациенты, те, кто уже с опытом, они научились различать. Они говорят, допустим, сегодня у меня фоном болит, давит, а вчера пульсировало. Угу, поэтому, угу. Вот, зная эти особенности, вам проще с ними справляться. А до речі, от ви декілька разів теж повторили про, можливо, ставлять діагнози вегетосудинна дистонія, так, або ще якісь діагнози. Як, власне, це відрізнити, як правильно діагностувати головний біль від якихось там інших захворювань? Да, це інтересний вопрос. На самом деле у нас большая гипердиагностика еще, наверное, с тех далеких времен, когда ставили часто диагнозы вегетососудистая дистония у детей. Когда я вот начинал свою работу еще 10 лет назад, то внутричерепное давление это ставили всем повально. Ну, вот у кого у ребенка, если болит голова, только внутричерепное давление. О мигрени никто вообще не говорил. Но на самом деле, чтобы отличить головную боль, надо различать ее опасные характеристики. И если опять вернуться к теме красных флажков, помните, мы с вами обсуждали уже, да? Это вот те симптомы, которые говорят, иди срочно к врачу. Угу. То каждый пациент должен знать эти симптомы. И вот если, допустим, у вас боль впервые возникла старше 50 лет, то это повод обратиться к врачу. Тут никогда не было, и вот возникло. Значит, что-то не так в нашем организме. Это может быть головная боль, которая сопровождается высоким повышением температуры, лихорадкой. Такое может быть при менингите. Да, там у них тоже часто такая мигрениеподобная головная боль. Она сопровождается звуко-светобоязнью. Они хотят спрятаться, чтобы их никто не трогал. Но температура бывает и 38, и 39. Угу. Это может быть та боль, которая возникает при чихании, кашле, вот такие провоцирующие факторы. И это громоподобная головная боль, которая чаще всего нарастает за секунды. То есть это очень быстрая боль, она интенсивная, и такую боль пациент никогда не испытывал. Вот у меня была пациентка не так давно, буквально месяц назад, она перенесла субарахноидальное кровоизлияние. А проявилось это тем, что у нее вот так впервые возникла боль интенсивная, которая запульсировала, она аж закричала. И ну, когда она уже поняла, что голова буквально раскалывается, так как кинжал они описывают, она вызвала скорую, ей сделали томографию уже в больнице, и оказалось субарахноидальное кровоизлияние. Вот эти симптомы, о которых я сказал, они должны быть таким красным флагом. Вот, если они есть, срочно к врачу, никогда не откладывайте, потому что чем может закончиться? А особенно интересно, что все это может возникать буквально на фоне банального психоэмоционального напряжения. Поднялось mm-hmm. давление и возникло кровоизлияние. Угу, поэтому угу. Вот эти заболевания, вот эти симптомы надо знать. Це те, що приховує за собою головний біль, так, власне, да, про те, да. Які захворювання. А який лікар взагалі лікує такі проблеми і як лікується головний біль? Ну, если у вас возникла головная боль, то, конечно же, этим занимается врач-невропатолог. На самом деле, многие пациенты, ну, не привыкли ходить с головной болью к врачу, да? И если это головная боль напряжения, вот о которой я рассказывал, то пациенты научились с ней справляться. Это прием обезболивающих препаратов, это какой-то релакс, это поспать, допустим, отдохнуть, и головная боль проходит. Когда идут к врачу? Когда возникают вот такие красные флажки, когда препарат перестает работать, такое часто бывает, и когда частота приступов у пациента увеличивается. То есть, допустим, в месяц было 3-4 приступа, стало 8. Вот это те поводы, когда пациент приходит к доктору. И на самом деле
А самая частая вот такой формой, которая придет к врачу в поликлинику, да, это именно мигрень. Потому что как раз вот с головной болью пациенты научились справляться. Как ее лечить? И вот тут возникает таких два подхода к лечению и мигрени, и самой головной боли напряжения. Это лечение купирования самого приступа, и это профилактическое лечение, которое должно профилактировать и предотвращать развитие этих приступов. Обычно вот во всей мировой практике какая тенденция? Да? Это прием безрецептурных анальгетиков. Обезболивающее. Вот заболела у меня голова, я пошел в аптеку, да, купил, допустим, там, ибупрофен, выпил, не помогло. У меня частота приступов там 1-2 раза в месяц, я их знаю, я к ним привык, все, я никуда не обращаюсь, к врачу не пойду обследоваться. В принципе, это нормальная, естественная практика. Но если у вас частота приступов увеличивается, либо препараты не помогают, тогда уже надо задумываться о другом лечении. Особенностью лечения мигрени является рекомендовано прием вот таких простых анальгетиков, не комбинированных. Да? Допустим, если взять банальный цитрамон, то он еще и кофеин содержит, а кофеин, как мы знаем, он наоборот усиливает мигрень. Поэтому не рекомендуется. Также были созданы специальные препараты, которые уменьшают мигренозный приступ. Это так называемые триптаны. В Украине их не так много, и они создавались специально для купирования вот таких мигренозных приступов. Они воздействуют на серотониновые рецепторы, и когда возникает мигрень, происходит расширение сосудов. То именно эти триптаны, они блокируют эти серотониновые рецепторы, и сосуды сжимаются. Но самая главная особенность этих препаратов, их нужно принимать сразу. Вот только заболела у вас голова, не ждите. Сразу принимайте препарат, если вам доктор его назначил. Это является вот классическими препаратами для купирования приступов мигрени. С профилактикой все немного поинтереснее, потому что эти препараты были найдены случайно. Вот как никто не планировал, да, их использовать для профилактики мигрени. Допустим, препараты, которые использовались для лечения артериальной гипертензии, давления, да, или препараты против эпилепсии, препараты для снижения депрессии, даже ботулотоксин, который женщины используют, да, в эстетических, косметических целях, и тот себя зарекомендовал для купирования хронических приступов мигрени. И вот именно врач может подобрать правильную комбинацию использования этих препаратов, потому что каждый препарат имеет свои особенности, свои побочные эффекты. Допустим, если одни могут усиливать вес, другие могут, наоборот, снижать. Третьи препараты вообще противопоказаны женщинам, которые планируют завести ребенка. Поэтому здесь на самом деле очень много нюансов. И вот так прийти в аптеку и сказать, дайте мне что-нибудь, чтобы у меня голова не болела, к сожалению, не получится. Пан Валерійовна, знову є телефонний дзвіночок. Да. Алло, алло, доброго вечора. Алло, алло. Скажіть ще раз. Добрий вечір. Вечір. Як вас звати? Світлана. Світлано, слухаємо ваше запитання. У мене відьома лівої кістки, 14-18. А повторіть, будь ласка, пані Світлано, пані Світлано, зачекайте, будь ласка, повторіть іще раз своє запитання. Алло. На жаль, пані Світлано, ми вас дуже погано чуємо. Спробуйте ще раз нам передзвонити в студію. Дякуємо. Ми продовжуємо наш ефір. Чекаємо, можливо, на дзвіночок. І в нас є запитання від Кирила. В мене щонайменше один раз на тиждень дуже сильно болить голова. Чи то є мігрень? Якщо до вас звернутися, наскільки можна буде вилікувати? Чи зможу я повністю від неї звільнитися? Чи це невиліковно? Кирилл, спасибо за вопрос. Еще раз хочу повторить критерии мигрени, да, чтобы вот четко ее отличать от других видов головной боли. Чаще всего она односторонняя, возникает в одной половине головы. Она может сопровождаться или тошнотой, или звука и света боязнью. Она усиливается при физической нагрузке, и она снижает работоспособность. То есть если все эти приступы, все эти критерии подходят, да, у вас однозначно мигрень. Можно ее вылечить? К сожалению, нет. Мигрень это передается, это генетическое заболевание. Оно
в любом случае будет проявляться, потому что у вас есть приверженность как к особым провокаторам, вы на них будете в любом случае реагировать. Но мы можем взять эту мигрень под контроль. Мы можем значительно уредить частоту и интенсивность приступов. И вот это и есть задача врача-невропатолога – взять эту мигрень под контроль. Когда мы научились купировать приступы, мы научились профилактировать, то можно жить и полноценно радоваться жизни и, как говорится, планировать свою жизнь, потому что мигрень иногда не позволяет ни отпуск запланировать, ни провести время, ни заняться любимым делом. Угу. Все, зрозуміло, дякую. У нас ще є запитання від Анастасії. Добрий вечір, уважаемый Валерий Александрович. У меня такой вопрос. У моей старшей дочери после длительного использования смартфона болит голова. Что мне с этим делать? У меньшей дочери такого нет. На самом деле такая проблема возникает не только у взрослых, то есть не у детей, но и у взрослых, да. И вот буквально пару дней назад читал интересное исследование, да, которое было проведено в Индии. То есть у тех пациентов, которые долго проводили время за смартфоном, то у них увеличивалось количество приема обезболивающих препаратов. Но самое интересное, что они не помогали в меньшей степени, чем у тех, кто со смартфоном не сидел. То есть использование смартфонов является таким вот фоном для развития вот этой абузусной головной боли, которая возникает на фоне неконтролируемого приема обезболивающих препаратов. Это, кстати, тоже интересная головная боль. Она возникает на фоне той же самой классической мигрени, когда вы много пьете препарата. Вот сегодня помогает, завтра помогает. Через несколько дней препарат перестал помогать. Что вы делаете? Вы увеличиваете дозу, да? Больше, больше, больше. Препарат не помогает. Вы берете второй, третий, четвертый. И вот тогда мигрень, она меняет свои характеристики. То есть она притупляется, она не становится такой более пульсирующий, но появляется фоновая ежедневная головная боль. И она очень плохо купируется препаратами. Тут уже нужны антидепрессанты и конвульсанты, то есть другие препараты, которых можно было бы избежать, если бы вы сразу пошли к врачу и взяли бы свою мигрень под контроль. Угу. Тобто порада ваша звернутися до лікаря, так? Однозначно. Если у вас частота приступов до 3-4 в месяц, и вы умеете их купировать, живите спокойно. Принимайте препараты, все. Следующая мигрень может не возникнуть вообще в этом месяце. Но если у вас частота больше 4, обратитесь к врачу, потому что каждый шестой приступ частой мигрени обязательно хронизируется. Угу. Дякуємо. А які медикаментозне лікування можливе? Да, конечно. Я всегда своим пациентам советую найти вот ту отдушину, которая позволит им получить душевный какой-то комфорт, релакс. Да? Для кого-то это занятие спортом. Очень эффективно в данном случае и йога, и ходьба, и плавание. Это какие-то хобби, увлечения, да, которые позволят вам переключаться, потому что вот во всем этом большую роль играет стресс. Если мы научимся контролировать стресс, мы возьмем под контроль свой кортизол, который увеличивается при стрессовых ситуациях, то тогда и мигрень не будет такой частой и интенсивной. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто вносимо в своє життя більше позитивних емоцій. Однозначно. Так? Тобто Новий год впереді. Поэтому, так, так. Да. У нас є запитання від глядачки Лізи. Здравствуйте, доктор. Скажіть, пожалуйста, чому при наклонах часто резко болить голова? При наклонах часто. Ну, здесь нужно однозначно исключить гайморит, потому что при наклонах, если у пациентки есть, он был раньше, и при какие-то есть слизистые выделения из носа, есть боль в области пазух, допустим, лобных или гайморовых, то когда вы наклоняетесь, боль она усиливается. То поэтому вот заболевание придаточных пазух носа надо исключать в первую очередь. Поэтому показана консультация лор-врача. Угу. Тобто, а якщо, от я навіть зрозуміла глядачку, буває таке, коли ти різко там стоїш, і в голові аж потемніло, закрутилося, ну, здається ж мені, це ж не лор, так, не до лора. Ні, це звертається. Може бути взагалі ортостатична гіпотензія, коли ви різко встали, буває зниження, небольшое зниження артеріального давлення. Ну, потім, після нескольких там минут, секунд, воно стабілізується, і виходить, ви чувствуєте себе удовлетворительно. Тобто, це функціональне состояние, якщо у вас немає якихось хронічних заболівань, на це не звертайте увагу. Тобто в цьому нічого такого складного немає. Ну і наостанок, будь ласка, побажайте нашим глядачам, по-перше, як зберегти себе, як, можливо, профілактувати головний біль, так? І з Новим роком можете теж вже привітати. Спасибо. Значить,
Что бы я хотел сказать пациентам? Во-первых, такие пожелания. Всегда носите с собой какие-то таблетки, если вы страдаете головной болью, чтобы у вас всегда было в наличии, да, потому что когда настигнет следующий приступ, вы не знаете. Есть препарат, вы его приняли, и вам стало легче. Опять же, если возникла боль, терпеть не стоит. Если у вас это мигрень, то эффективность приема триптанов и других обезболивающих эффективна в начальной стадии, когда головная боль еще не разыгралась. Если уже пик, то иногда могут и триптаны, и остальные препараты просто не помочь. Опять же, нужно научиться правильно относиться к стрессу, потому что стресс является провоцирующим фактором. Нужно, если, допустим, приступ настиг вас не дома, такое часто бывает, найдите спокойное, тихое, желательно темное помещение и постарайтесь вот переждать. Если это дома, то, опять же, выпейте препарат, найдите укромное место, отключите гаджеты, любую информационную нагрузку и принимайте больше жидкости. Знайте, что мигрень можно купировать. Обязательно ведите дневник головной боли, о которой я говорил, да, чтобы четко и скрупулезно записывать все провокаторы, которые усиливают головную боль. И самое главное – найти, вот, как я еще раз говорил, да, вот, ту физическую и психологическую разгрузку, которая будет вам очень эффективна. Ну а если вы не справляетесь с головной болью, то это обязательно консультация невропатолога, который буквально на первом приеме разберется, первичная это головная боль или вторичная, и назначит вам то лечение, которое позволит интенсивно купировать приступ и его профилактировать, чтобы не было возникновения новых. А до речі, як бути в той момент, коли пігулки не допомогли, біль нікуди не пішов, так? Ти знаходишся вдома. Що робити далі? В таких ситуаціях, якщо це касається прийом триптанів, да, то ми рекомендуємо вторую таблетку через 2 години, але не раніше. Тобто, якщо перша не допомогла, через 2 години ми можемо прийняти вторую, але не більше 2 за день. Опять же ж, те пациенты, у кого эти приступы интенсивные, да, и вот они уже знают, то там добавляются другие препараты, это и антигистаминные препараты, и гормоны даже, и магнезия в тех ситуациях, и они вот действительно быстрее купируют. Поэтому опытные пациенты, у опытных пациентов всегда есть своя аптечка, угу, которая поможет им быстро вот снять привычно тяжелые приступы. Пане Валерію, нам и глядачі вже вітають вас з Новим роком. Спасибо. И вы теж вітаєте глядачів. Да, всех так? С Новым годом, я всем желаю здоровья, счастья и самое главное вот войти в Новый год с чувством эмоционального благополучия, потому что душевный комфорт это самое главное. Так, так, так. Тож, живіть комфортно, зі спокоєм в душі. Про це нам нагадав лікар-невропатолог, вертебролог, мануальний терапевт Валерій Олександрович Євдокимов. Ми сьогодні з ним розбиралися про головний біль. Дякую вам, глядачі, що ви так активно приєднулись до нашої розмови. І на цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення. До свидання.